Питер хоть каждый день. В пятницу Станислав Воскресенский в своем аккаунте в Инстаграм сообщил: договорились с авиакомпанией «Руслайн». С 3 сентября рейсы на Петербург и обратно будут 5 раз в неделю, а с 1 октября ежедневно. Продажи откроются сегодня. Новость в Рио губернатор дополнил хэштегами «Ласточкой в Москву», «В Питер самолетом». На направлении будет действовать региональная субсидия. Рассматривается заявка на получение федеральной поддержки. Полеты в северную столицу пользуются спросом, в том числе и у жителей соседних регионов. Например, для владимирцев Ивановский аэропорт планирует организовать специальный автобус, который будет привозить пассажиров к питерским рейсам и отвозить обратно. Станислав Воскресенский не раз подчеркивал, что для развития экономики Ивановской области необходимо удобное транспортное сообщение с крупными городами России, прежде всего с двумя столицами.